Сегодняшний выпуск про современных русских художников, которые делают антивоенное искусство. Вчера я открыл выставку фотографиями российских преступлений. Место оно дополняло саму работу. Я просто не позволяю себе забыть о том, что происходит. Способ достать из себя что-то, что болит. Мы до сих пор способны влиять на умы людей. Пускай это не умы людей, которые принимают решения. Да, мы опасаемся. Все-таки надеемся на лучшее. Они подали на меня в Интерпол. Пропагандистский плакат работает с твоими какими-то реликтовыми страхами, допустим, или отвращением. Не починить назад, это теперь такая часть тебя. Я рисую тех, к чьей гибели я причастен. Я вообще не знаю, может ли она влиять. Скорее, поможет людям чувствовать, что они не одни.